Ростове-на-Дону прошел очередной матч чемпионата мира по футболу 2018 года и первый матч в этом городе. Наша съемочная группа поехала в ростовскую фан-зону, находящуюся на Театральной площади. Множество жителей города и не только весело проводили время в преддверии предстоящего матча. Иностранные болельщики вообще показывали класс в пении. Я тоже не удержался, поучил бразильцев танцевать, сделал несколько фотографий и, конечно же, пообщался и задал пару вопросов. Что вы можете сказать о нашей стране? Россия фантастическая страна. Несколько слов о Ростове. Очень красиво, люди очень доброжелательные, все фантастически. Кто станет чемпионом мира? Швейцария. Откуда вы? Мы из Бразилии, но живем во Флориде. Вы живете в Америке? Да. А кто станет чемпионом? Кто будет чемпионом? Бразилия. Скажите свое мнение в нескольких словах о России. Россия мне нравится, это удивительная страна для нас. Все поют, все замечательно, напитки тоже вкусные. Самый часто задаваемый вопрос был о будущем чемпионе. И кто победит в чемпионате мира? Россия! Россия! Россия вперед! Посмотри, победит. Что там? Желтый! Это значит Бразил. My favorite? Yes, what is your favorite? Germany. Россия, конечно. Франция. Франция. Бразил. Бразил. Франц. What about Germany? Germany, of course, yeah. Germany and Switzerland. Как ты думаешь, кто победит в чемпионате мира по футболу? Россия! Даже в специальном автобусе-шаттле, который вез болельщиков к Ростов-арене, мнения разделились. Выходя из шаттлов, фанаты и Бразилии, и Швейцарии, идя к стадиону, пели, не останавливаясь. Тем временем на фан-зоне танцы не прекращаются.
множество звезд приехало в Ростов-на-Дону поддержать нашу команду и развлекать болельщиков и жителей области. Наш Сенугашев, да, любимый, я, Влада Чигирева, кто еще, Светлана Бойко, да просто плеяда олимпийских чемпионов. А моего, о моей юности герои Турищева, например, почему об этом никто сейчас не вспомнит? Это ж как мы рукоплескали этим людям? Это наша гордость! Здесь. Я всегда говорю о том, что быть из Ростова-на-Дону – это большая честь и гордость. Что ты так увяло, будто баба на тонком конце? Ты так же и в школу ходил, и в лицей. Чисто постоять, покурить на крыльце. Те, кто хотят на морозе быть, сейчас на улице. Закончился наш день болельщика просмотром матча Бразилия-Швейцария. Вот и подходит к концу последний день болельщика. Собственно говоря, мы видим, что матч уже заканчивается, но люди по-прежнему не расходятся. Различные моменты футбольного матча на стадионе Ростов. Мы ждем финального свисток. Прямо после этого удара сейчас наступит. Все наблюдаем за последним ударом Неймара Джуниора. Последний момент матча, как сказал комментатор. Ну что ж, город Ростов, он очень дружелюбный. Даже такие сборные, как Бразилия и Швейцария, сыграли ничью, хотя сборная Бразилии никогда не проигрывает практически первую игру в первом туре чемпионата мира. Но, тем не менее, на этом наш репортаж заканчивается. Александр Гайко, Виктория Хруцкая, Максим. Телекомпания «Премиусе» прямо из центра Ростова-на-Дону.